Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, в пятницу вечером программа «Один из нас» в эфире национального телевидения, которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И гуляет в WhatsApp'ах вот такая вот, каламбур, не то слово, наверное, но просто народное определение, как живут сибиряки. Весна, значит, половодье, ЧС, лето, лесные пожары, ЧС, прошли дожди, опять наводнение, ЧС. Зимой отключилась котельная, опять же ЧС. И так получается, что сезон сейчас как раз завершается того бедствия, которое у нас каждое лето, поверьте мне, наступает. И связано это с лесными пожарами. И об этом бы хотел сегодня поговорить в очередной раз. Доброго дня, товарищи аудитория, Владимир Сергеевич, Дилстан Иванович, Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич. И у нас в гостях еще один товарищ, зовут его Манчара Бугаев. Мы неоднократно, еще раз говорю, неоднократно встречаемся, но моя позиция такая же, Владимир Сергеевич, хотя вы и говорите, что это как бы это не то, нужно идти на просеки, идти на спасать поселение, идти на работы. Но информирование населения, да, о масштабах, причинах и тех действиях властей, которые предпринимаются в связи с этими событиями, которые наносят ущерб природе, без всякого сомнения, да, это вот наша задача, и мы должны выполнять. Чем больше народу будет слагать всякие байки, типа пролетел неопознанный самолет, из которого что-то посыпалось, и потом на этом месте лес выгорел начисто. Тем меньше будет таких слухов, я думаю, тем, вот я лично, как обозреватель, да, свою задачу буду считать выполненной. В вашем случае это чем меньше площади выгорело леса, тем она задача ваша выполнена. Ну, согласны вы? Да, согласен. Я очень приветствую вот те бюллетени, которые вы с нашими коллегами из ЕСЯ, по-моему, начали, да, по информированию о состоянии, как сказать, с лесными пожарами. И давайте мы, еще раз говорю, мы не будем говорить там, это природное состояние леса, пускай горит там и так далее. В Ютубе вон пестрят, академик пишет, говорит, ну чем чаще лес горит, тем ему полезнее, тем меньше площадей выгорает. Почему в этом году такой масштаб подхватили все федеральные СМИ и так далее? Хотя все цифры говорят, что прошлый год даже больше, да, по площади немного. Позапрошлый год, 11-й год, с которым сравнивают многие, там уж вообще бедствие такого куда более глубокого масштаба. Ну давайте вот с этого момента начнем. Откуда взялся этот пресловутый миллион? Ну, пресловутый миллион, он взялся с тех территорий, которые находятся в зонах контроля. Это удаленные, труднодоступные, где тушение производится тогда, когда данный лесной пожар угрожает объекту экономики или там населенному пункту. Наше население, оно все-таки, вернее, территория республики, она не очень густонаселенная, хотя огромная территория, более 250 миллионов гектар территории Государственного лесного фонда. Это огромная территория, это самая большая территория Российской Федерации. Там несколько Франций размещается у нас, да. И те пожары, которые у нас сейчас действуют, основная масса, это те пожары, которые были приостановлены, которые находятся на удаленных территориях. На сегодняшний момент эти пожары не угрожают населенным пунктам, объектам экономики. За каждым из этих лесных пожаров, которые находятся в сводке, которые зарегистрированы, ведется ежедневное наблюдение. Можно даже сказать, что не то, что там раз в день, а ежечасно, так скажем, после прохождения спутниковой информации. Если есть какие-то неблагоприятные условия, скажем, мы наблюдаем, что данный пожар в силу каких-то природных либо еще других ситуаций, скажем, направление ветра поменялось, либо там лесорастительность какая-то изменилась, он изменил направление и пошел там в сторону какого-то объекта, мы уже сразу смотрим, реагируем, информируем. Данные сведения, они ежедневно, 3 раза в день направляются в органы власти и всем заинтересованным лицам, которые в какой-то степени контролируют, допустим, где-то находятся у них объекты.
У нас целый перечень, там буквально почти 30 или 40 учреждений, которые мы рассылаем. Начиная от республики, кончая Москва, допустим, Хабаровск. Везде эта вся информация идет. Ничего не скрывается, все регистрируется. Если буквально, вот вы говорите, 2011 год, в 2011 году вот эти территории в зонах контроля, они не регистрировались. Здесь просто велся учет статистический в выгоревших площадях. И одной строчкой буквально шло там, допустим, действует там 50 лесных пожаров на такой-то площади. Где они действуют, в принципе, не разъяснялось. Сейчас в рамках законодательства каждый лесной пожар, который возникает на любой территории, он регистрируется. Ему присваивается определенный номер, и за этим лесным пожаром ведется детальное наблюдение. Либо он тушится, если он в охраняемой территории, либо его просто контролируют, и в случае какой-то непредвиденной ситуации, естественно, будут приняты меры для перенаправления данного направления пожара в какую-то, ну, в целях, скажем так, управления пожарами, может быть, так сказать. Причина вот этих зон контроля. Ну, конечно же, это понятно. Охранять огромную территорию 250 миллионов теми силами, средствами, которые сегодня у нас есть, ну, это просто нереально. Это даже вопрос не в Якутии. У нас вот соседи Иркутск, Красноярск. У них точно такая же ситуация. Хотя территории у них в разы меньше, если брать по площадям Государственного лесного фонда. Но при этом ситуация, если брать в процентном отношении площадь, пройденная пожарами, и площадь Государственного лесного фонда, то процент у них намного выше, чем у нас. Вот если взять статистику, а статистика это уже независимый инструмент, он говорит, что было в прошлом году, что сейчас, что было позапрошлом году, можно сравнить ее за 5 лет, там, за год, за прошлое. Ну вот у нас идет сравнение с прошлым годом. Она показывает, что на сегодняшний момент площадь, пройденная лесными пожарами на территории республики, она даже еще ниже, чем было в прошлом году. Если мы берем, сравним с прошлым годом. Количество лесных пожаров зарегистрировано в зонах контроля почти в 3 раза больше, чем было в прошлом году. Количество пожаров, которые мы тушим сейчас, ну, которые прошли, были зарегистрированы, которые мы потушили, которые сейчас тушатся, общее количество, оно тоже выше, чем было в прошлом году. Ну, где-то процентов, может быть, на 20 сейчас выше. Но по площади в несколько раз меньше на охраняемой территории. То есть это о чем говорит? Что на охраняемой территории, если брать вот май, июнь месяц, до середины июля, у нас, в принципе, тушение пожара производилось, ну, сутки, чуть больше суток на охраняемой территории. Сейчас, да, и, значит, практика показывает, чем ближе к концу пожароопасного сезона, тем пожары становятся сложнее и серьезнее. Вот, допустим, весенний пожар, он практически вреда не приносит. Это беглый низовой пожар, еще даже оттайка не произошла. Он, огонь прошел, по сути, ну, высохшую листву, там, хвою, бегло прошел, потушили. Здесь проще тушить. А уже в августе, там уже оттайка полностью практически произведена. Пожары уже заглубляются. Очень много торфянистых мест находится на территории республики. Вот мы возьмем, допустим, Верхоянский район. Там проблема в чем еще? Там еще в сталинское время планировались торфозаготовки. В то время. Естественно, там залежи торфа огромные. Эти пожары сейчас, которые будут заглубляться, они могут гореть еще всю зиму. То есть будут леять, естественно, до следующей весны, пока паводками, водами это не зальется. Это есть такая проблема, и тушить их будет очень сложно. Точно такая же территория имеется и здесь, там, в Илюйской группе, там, ну, в других районах. Все равно торфянистая почва есть. В целом, я бы сказал, что если сравнивать с той статистикой, и которая сейчас мы имеем, ситуация, в принципе, она резко не отличается. Проблема в том, что появилось очень много дыма, да, на которые люди стали реагировать, но наши соседи, которые буквально тут приграничные, Иркутск, Красноярск, Бурятия, да, Амурка, у них тоже горят лесные пожары, у них тоже огромные территории отведены в зоны контроля. И так совпало, что большая часть пожаров прошлась по вот этим приграничным территориям. И естественно, что в совокупности вот эта дымовая завеса, она стала спускаться в сторону западной территории Российской Федерации. И доставило неудобства тем регионам, которые находятся на Урале, допустим. Даже сюда, здесь у нас, если бы чисто брать наши локальные пожары, у нас бы такой задымленности не было бы. Ну, это все в совокупности. Угу.
Ну, у нас на самом деле все эти, скажем так, события, которые вот Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров, да, брошена сила фронтовой авиации на тушение лесных пожаров. Регион направлено там энное количество самолетов Б-200, которые, ну, тоже являются крайним звеном в борьбе с таким явлением, как лесные пожары. Ну, согласитесь, что это крайняя мера, когда фронтовая авиация берется делать то, что, в принципе, гражданские службы должны. И вот эти меры, они оправданы или нет? Нет, но сейчас меры принимаются по снятию осведомленности, по дополнительному увеличению сил на лесных пожарах. Это понятно. Та же ситуация происходит у нас в республике. Сейчас мы задействовали федеральный резерв, который прибыл. В принципе, я думаю, что в течение нескольких, ну, я думаю, что неделя, может быть, ситуация крайне изменится в борьбе с лесными пожарами. Но я еще раз говорю, проблема-то всей вот этой ситуации, она не сегодня родилась. Понятно. Эта проблема, она идет уже давно. Проблема в том, что даже в советское время, когда мы были федеральной службой авиалесохраны, я сейчас говорю чисто про авиалесохрану, у нас было практически 1500 работников. И то в то время задействовалось более 100 воздушных судов на территории республики. Огромное количество летного времени уходило на патрулирование, маневрирование по территории, и маневрирование шло с другими территориями, скажем, Красноярский край, допустим, Приморье, Магадан. Если где-то что-то загоралось, то мгновенно все это происходило маневрирование силами, средствами специализированного учреждения. То сейчас маневрировать очень сложно. Законодательная база такова, что каждый субъект за себя отвечает. То есть, если в целом это федеральная была структура, и здесь уже в целом все вопросы решались комплексно, то сейчас для того, чтобы даже произвести маневрирование, нужно определенную заявку произвести. То есть некоторые мероприятия нужно проводить по запросам губернатора, должен в соседнюю область, либо обратиться в федеральный штаб просто из ХОЗа. То есть это тоже определенное время занимает. Мгновенно решить эти вопросы нельзя. И численность, еще раз говорю, даже в то время мы не охраняли всю территорию республики. Максимум охранялось, ну, меньше половины все равно территории было задействовано под охрану. Остальная территория это не охранялась. И в то время тоже были такие же лесные пожары. Только в то время не было космических снимков. И вот такой, может быть, более детальной информацией не владели. Сейчас-то мы знаем все, что где делается и как делается. И поэтому для некоторых это вызывает, ну, может быть, для кого-то шок, для кого-то испуг, там что-то еще. У всех сейчас технологии, которые позволяют моментально информировать. Сразу после рекламы мы вернемся к разговору о лесных пожарах. Мы продолжаем разговор о лесных пожарах, которые, ну, актуально будут каждый год. На самом деле, просто мы живем в таком в море тайги, песнях описанных, которая, ну, имеет свойство гореть. И единственное, что вот эти цифры. Я попросил Владимира Сергеевича, вот, от руководителя одной из республиканских структур, которые, и плюс еще руководитель у нас другой структуры, Якутлесресурс находится. Ну, Владимир Сергеевич, давайте вот опять же про пресловутый миллион. То, что говорится, сгорело миллион леса, да? Означает ли это, что оно горит одновременно? Нет, ну конечно же нет. Вы же понимаете, когда движется лесной пожар, то площадь активного горения – это действующая кромка. Действующая кромка, она может быть, ну, в пределах там метр, два, три метра, в зависимости от самого пожара, низовой слабый, средний, сильный, верховой. Верховой – это совсем другое распространение. Низовой сильный, там немного действия другое, там скорость распространения меньше, чем у верхового. Если верховой идет, он может на 200-300 метров впереди себя уже разбрасывать головешки, так скажем, летящие от завихрения. И уже пока, значит, скорость там может доходить и до 100 км в час, да? То есть условно такая. То низовой, он намного меньше движется. И, естественно, не горит вся территория. Даже тот миллион, который корреспонденты любят так будоражить население. Бушуют лесные пожары на площади 1 миллион гектар. Что такое 1 миллион гектар? Конечно же, они там не бушуют. Это пройденная
пожаром лесная площадь, которая пройдена. У нас даже в рекомендациях имеется, если вдруг верховой пожар или низовой сильный идет, и тебе нужно предпринимать какие-то действия, то либо марлевая повязка, либо там какая-то одежда смоченная на себя, и именно бежать в сторону лесного пожара. Есть такие у нас рекомендации, потому что там внутри уже ничего не горит, и там даже задымленности не будет в этого пожара. А вот когда он идет на группу, на какую-то, то, естественно, и дым, и шквал огня, и температурный режим очень высокий. Поэтому еще раз говорю, что действующая кромка лесного пожара, то есть площадь активного горения, она в десятки раз меньше. То есть нужно понимать, площадь, пройденная пожаром, и площадь активного горения. Мы, как лесная служба, мы учитываем площадь, пройденная пожарами. Если взять службу наших соседей МЧС, они больше склоняются к площади активного горения. Потому что мы же, когда тушим, мы тушим именно кромку пожара, а не сам внутри. Мы же внутрь пожара не заходим. Мы отрабатываем кромку в пределах на две высоты древостоя. Для того, что если даже какое-то дерево упадет, оно, чтобы не перешло через мелиозованную полосу и в таком духе. То есть внутри там он может тлеть, но там активного горения-то нет никакого. И задымленности там нет. Поэтому здесь люди немножко, вернее, не то что жители, здесь так преподносят, что бушуют лесные пожары на площади 1 миллион гектаров. Отдельный вопрос, кому это надо? Джиусан Иванович, второе республиканское предприятие, которое призвано и активно борется, еще раз говорю, активно борется с лесными пожарами, это Якутлесресурс. Но если у подразделения Владимира Сергеевича все-таки такое, ну, вас же тоже можно сказать оперативное подразделение? Да? Конечно. Только наземное, а они десантники получаются? Да? Ну, на самом деле мы работаем сообща, каждое утро у нас оперативные совещания о велесохране. И у каждого свои подразделения. Да? У меня 22 филиала по всей республике. Работает 170 человек постоянных. Да? И, соответственно, мы ежегодно набираем сезонных работников. То есть это вот молодые люди, да, которые я весной набираем, на лето значит, обучаем технике безопасности, ну и одеваем, и они как пожарные в течение лета работают. Это порядка 180 человек. Ну, от 150 до 180 человек ежегодно меняется это количество. Вот. И, соответственно, у нас и техника. В основном количество техники у нас находится. Ну и федеральный резерв, если мы привлекаем, то привлекается тоже через ГАУ «Якутлесресурс». Угу. Финансирование проходит через нас. Ну и а также вот ежегодно мы от 2 до 5 тысяч человек местного населения также привлекаем, вынужденно, скажем так. Да? Мобилизованные? Да, мобилизованные. Никакой другой субъект эту практику не имеет, потому что, сами понимаете, вот Владимир Сергеевич уже осветил, что территория огромная, населенные пункты сильно разбросаны, зоны контроля у нас более 90% территории, да, лесного фонда. При этом на этих зонах контроля имеются населенные пункты. Да. Кстати, вот буквально вчера Кобылкин, министр природных ресурсов, дал поручение Рослесхозу, чтобы вот эти зоны контроля пересмотрели. Да, для понимания. И, соответственно, мы не можем оперативно выехать на те участки в зоне контроля, да, и соответственно, мы, когда разрабатываем план тушения лесного пожара, ежегодно, который мы разрабатываем, там в каждом населенном пункте у нас есть условно порядка 10-15 человек, оборудование, техника тяжелая там, и так далее. И мы имеем в виду, что они своими силами тот очаг, который вблизи населенного пункта, начинают уже тушить. Мы же со своей стороны оперативно с ними отрабатываем в плане того, чтобы ну, первичные документы у них собрать и начать уже финансирование этого лесного пожара. Вот. Эта практика у нас есть по республике. Ну, еще раз скажу, что она вынужденная практика. И ежегодно у нас, вот, хочу сразу сказать, что по сбору документов есть проблемы. Да? Вот
Население выходит, работает, табеляция идет, руководитель тушения лесного пожара всех контролирует, ну, как бы эта работа ведется, при этом сразу же забывается после этого представить документы и так далее, чтобы проплата прошла. Вот. Дело в статистике, да? Да. Нет, не в статистике, а именно, вот именно в работе. Поэтому мы работаем тесно с лесничествами, работаем с муниципальным образованием, с каждым наслегом, чтобы глава, там, замглавы и так далее вот эту работу проводили. И вот когда проводится комиссия по чрезвычайным ситуациям, вот эту работу тоже, ну, как бы тесно проводим. Угу. То есть, ну, картина-то ясная. Вот если Владимир Сергеевич говорит, в советское время было у него одного в подчинении 1500 человек, да, с флотом, скажем так, под 100 единиц воздушной техники, то сейчас на всю республику для борьбы, не для учета, а именно для борьбы, привлекается в сезон, ну, от силы 600 человек. Да? Ну, примерно. С учетом сезонных работников. С учетом сезонных. А на постоянной основе держится, ну, 300-320 человек. Да. Это весь ресурс, которым обладает республика, да, на вот это вот 6 Франций. Да. Да, абсолютно, ну, верно. Невозможно же, скажем так, просто логики, чтобы эти 300 человек расставить по всей площади, допустим, на 10 квадратов леса по одному человеку, который стоит с ведром, обходит ежедневно. Ну, нет логики в этом. Нельзя просто это делать. Ну, это дело в системе, это не только наша проблема. Соседи тоже. Да, все соседи, все. Дело в том, что вот федеральный центр финансирования чисто работы, то есть тушение лесных пожаров. А подготовка, то есть это содержание вот тех же учреждений вот наших, да, это как бы налагается на бюджет субъекта, так скажем, да. И те субъекты, которые планово подошли к этому вопросу более серьезно, это Красноярский край, да, там более финансирование, более миллиарда рублей субъекта, как его края идет, да. Mm-hmm. В нашем случае мы более-менее как бы готовимся, но из-за того, что масштабы огромные, да, огромные территории, на субъект очень большие эти, ну, скажем, финансовые затраты идут. Mm-hmm. Но при этом надо сказать, что этот год мы подготовились как никогда лучше. Да. Сезонные работники, которые нам выделялись только в апреле финансирование, в мае финансирование, да, ежегодно мы доказывали в начале года и получали финансирование только уже пожароопасный сезон, то в 2019 году мы уже доказали это в 2018 году, и нам планово выделили финансирование, скажем так, да, и мы были уже подготовлены, то есть в мае, уже в апреле начали набирать людей. Да. Это очень хороший показатель. Второе, со следующего года, ну, мы хотели в 2019 году, но вот с 2020 года у нас по плану уже увеличение штатной численности планируется, так скажем. Да? Mm-hmm. Уже есть протокол председателя правительства. Да? То есть у автономного учреждения Кутлисресурс на 25 человек, это штатных работников. И у авиасохраны на 50 человек, это парашютисты, десантники. Да? Это тоже очень хороший показатель. То есть субъект, он сам уже начинает действовать, начинает работать в этом направлении. А предыдущие годы мы, ну, как скажем, финансирование шло по остаточному принципу. Да? То есть пока гром не грянет, мужик не перекрестится, то же самое было по тушению лесных пожаров, к сожалению. Да? Вот. Дюсанов, давайте спросим вот у товарища, который Манчары Бугаев, да? Вы когда привлекались на работу? Полтора месяца. Полтора месяца тому назад. Да. Ну и где-то в Хангаласском горном улусе отрабатывали. Да, да. Деньги вы уже получили? Ну, за полтора месяца получил, да. За полтора месяца получил. Да. И сейчас опять продолжаете работу в этом. Про житие-бытие, потому что это очень немаловажный аспект. Да? Кормят нормально, одежду выдают нормально. Нормально. Все нормально. То есть никаких жалоб со стороны молодого человека нет? Нет. Работа как работа? Работа как работа. Работа как работа. Ну, отлично. Вот иллюстрация того, что вот вы говорите, еще в прошлом году были предусмотрены средства на подготовку к сезонным работам, да, и получается, что определенное количество работников выходит, усиливает ваши скромные ресурсы, и работа ведется
Ну, надо понимать, что... Чуть лучше, скажем так. Дмитрий, это надо понимать, что сезонный работник – это все тот же мобилизованный человек, да? Но чуть-чуть понимающий, что он... Первый же пожар у него, ну, Манчару подтвердит, наверное, это возможно, что у молодых людей шок может быть, да, как бы. Они пришли просто работать, не понимая работу. Мы их обучаем немножко и идем на лесной пожар. И у нас очень большой отсев людей идет после первого пожара, да. То есть они, люди у нас уходят вот сезонные. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы были постоянные работники. То есть то количество людей, которые у нас работают на постоянной основе, их увеличивать, а не сезонников. Понятно. Да, с сезонниками, да, работать очень сложно. Если мы, например, в начале года можем набрать все количество людей, там 180 или 150 человек, то буквально через первый месяц мы можем иметь там 50 или 100 человек. Сразу, да, после рекламы мы спросим у Манчара Бугаева, который является сезонным работником Якутлесресурсов, про впечатление от первого пожара. Реклама прямо сейчас. Владимир Алексеевич, и мы продолжаем программу «Один из нас». «Один из нас» сегодня интересуется достаточно глубоко ситуацией с лесными пожарами. Но все мы слышим страшилки, все мы видим возмущенные какие-то высказывания и так далее. Почему ничего не делается, почему китайцы поджигают лес, почему летают какие-то самолеты и так далее. Часть из них из области бреда мы оставим вообще за кадром. Вообще. Потому что это и есть бред. Но реалии таковы, что... ежегодно порядка 180 молодых людей, таких как Манчара Бугаев, вступают в ряды огнеборцев. Да, давай, расскажи просто по-нормальному, по-простому, вот, что было самое страшное в твоем первом пожаре? Не было страшного. Я участвовал в 5 пожарах. И первый пожар этот, в Вилюйском тракте, 49-й километр был. Там 3 дня тушили. Ничего страшного не было. Я в детстве тоже тушил пожар. Ты откуда родом? С Кобяйского улуса. С Кобяйского улуса, да? То есть дело привычное, ничего такого сверхнового у тебя нет. Нет. Ты как не уподобился тем своим собратьям, которые, как Жилустан Иванович говорит, после первого пожара, все, нафиг мне вот это дело, я ухожу. Да. Молодец, хорошо. Вот здесь я допущу такой легкий инсайт. Мы вчера проговаривали с Владимиром Сергеевичем очень достаточно глубоко. Дело взаимодействия, Владимир Алексеевич, тоже подключите, дело взаимодействия с органами местного самоуправления. Да? Не дело, когда службы, приданные в качестве экстренных мер, выпрашивают у муниципалитетов технику. Не дело, когда... есть муниципалитеты, которых можно поставить на хороший счет. Давайте, а, кстати, назовемте муниципалитеты, которые вот вы бы назвали образцом для других руководителей, которые являются образцом взаимодействия. Ну вот, если взять практику тушения лесных пожаров, то я бы, наверное, больше отнес сельскохозяйственные районы. Вот возьмем Вилюйскую группу, значит, к примеру. Если возникает лесной пожар, их даже не нужно уговаривать, их порой нужно останавливать. Потому что может вся деревня выйти на этот лесной пожар. Такая практика была, да? То есть это вот как Манчара говорит, он в детстве тушил лесные пожары. Можно сказать, что такая практика, наверное, только в республике у нас. Что практически нет жителей республики, который бы не участвовал на каком-то этапе своей жизни в тушении лесного пожара. Наверное, так. Особенно сельских жителей. Практически все прошли через вот это мероприятие. И там играет, конечно, наверное, и то, что это коренные жители, и то, что это охотничьи чьи-то угодья. Где-то они ягоду собирают, грибы, рыбачат. Естественно, что никто не хочет получить горельник на своем родовом участке каком-то, да, или же вблизи с какого-то населенного пункта, чтобы потом вышел, а там ничего нет, только горелые, обгоревшие деревья. Я бы хотел сказать, что... очень оперативно работают. Это Сунтарский район, допустим, Нюрбинский, Вилюйский, Верхний Вилюйский.
Да, там они практически моментально реагируют, и вся та техника, которая находится у них в поселении, частная техника или там государственная техника, она может быть привлечена. Джустан Иванович говорил, что там имеются сводные планы тушения лесных пожаров, где все прописано, тот минимум, который при какой-то ситуации должен быть задействован именно муниципальный. Порой даже задействуется больше, чем прописано в этом минимуме. Но, к сожалению, есть районы, которые считают, что это не входит их в обязанность. Да, в какой-то мере, наверное, это не входит. Тушить пожары должны специалисты, я согласен. Но если специалистов не хватает, то, наверное, нужно подключаться. Это, наверное, как какие-то военные действия. Не всегда хватает кадровых специалистов, есть и добровольцы. Здесь точно так же происходит. Очень сложно нам работать с промышленными районами. Если мы начнем перечислять, это вот, ну, к примеру, Ленский, Алданский, Нерингринский, там, Мирнинский район. Очень сложно. Почему? Потому что там промышленные предприятия, они заняты определенным видом деятельности. И когда вопрос стоит о привлечении техники, идут длительные согласования, убеждения, все юридически подкованные руководители. То есть оперативность порой, ну, очень медленная. Вот возьмем простой пример. Пожар тушили в районе Вестово. Но для того, чтобы вывести людей, несколько дней вопрос решался о пропуске на территорию данного учреждения. Технологической дороги. Да, технологической дороги. Ну, наверное, это неправильно. Ну, потому что руководители, которые согласовывают этот пропуск, они находятся за пределами республики. Это вызывает тоже определенное время маневренность. То есть, либо нам нужно привлекать авиацию и забрать их вертолетом, хотя можно забрать, скажем, машины и удешевить эту процедуру. Здесь тоже немножко недопонимание, наверное, есть. Может быть, не в той мере местные власти отрабатывают с арендаторами, которые, они же все-таки арендаторы, находятся на территории республики. Наверное, должны тоже понимать, что без их участия сложно будет охранять те территории, которые находятся. И в то же время пожар же произойдет на их территории, он будет им угрожать. И сами себя, как они, для того, чтобы нам потушить этот пожар, мы не сможем попасть на их территорию. Но это же равносильно того, что горит у меня дом, а я не пускаю пожарных, чтобы они потушили. Логики нет, согласитесь. А так, в целом, я считаю, что все-таки основная масса жителей – это люди добросовестные. Они понимают, где они живут, и кроме них, тех, кто здесь живет, ну, кто должен защищать свою территорию, где ты родился? Наверное, сам. Абсолютно с вами согласен. Да, Владимир Сергеевич, значит, с его словами тоже согласен. Да, я хотел бы добавить то, что я вот практически месяц был командирован в Верхоянском районе, и там действительно ситуация была сложная, но сейчас, в настоящее время, данная ситуация стабилизируется, и, конечно же, роль местного населения и глав муниципальных образований, в данном случае при тушении пожаров, играет большую роль. Я это видел как бы в реальности, как это все происходит. Да? Я бы хотел бы добавить то, что вот эти именно применение вот этой техники, которая применяется вот на пожарах, да, там участвуют вот такие предприятия, как Дороги Арктики, которые также оказывают нам большую помощь при тушении пожаров. То есть это, допустим, привлечение их же, значит, гусеничных тракторов, там, привлечение погрузчиков при проведении вот минполос. Была проведена очень большая работа, которую я вот оценил и увидел в Верхоянском районе. Если бы действительно бы вот местное население и вот эти организации, которые находятся в муниципальных районах, действительно, не знаю, результат был совсем другой бы. Но в настоящее время в Верхоянском районе сейчас остается в лесном фонде один пожар, это Долголазский наслег, село там Тор. Там тоже возникает проблема с тем, что, конечно, люди уже действительно устали, и сейчас уже начинается сенокос. И, конечно же, сенокосные пастбища, конечно, есть такие проблемы, то что у некоторых людей действительно сенокосные пастбища сгорели. Но сейчас вот наши работники там работают, 10 работников авиалесохрана и, значит, 30 работников ГАУ «Якутлесресурс». Это, если посмотреть по районам, то это, как говорится, существенное количество работников. Столько работников, я думаю, то, что еще не было, допустим, по другим районам. Да, такой концентрации работников. И,
как департамент, мы как департамент лесного надзора практически координируем и организуем работу вот наших подведомственных учреждений. Это получается вот ГАУ «Якутлесресурс», ГБУ «Авилисохрана». И в этом году нам предусмотрели, значит, около 84 миллионов рублей на, значит, приобретение техники. И приобретено около 28 единиц техники. И также направлена дополнительная заявка, и нам также должны выделить средства на закупку также вот техники, лесопожарной техники. Кроме этого, в этом году вот правительством также выделены средства на такие именно вот расходы, как питание работников лесопожарных формирований. То есть это была проблема, уже продолжалась несколько лет. И в этом году выделено около 10 миллионов именно на, значит, на питание работников лесопожарных формирований. Я бы тут перевел ее сейчас, да? Просто давайте сравним какую-нибудь Тверскую область, да? Ну, Тверскую область возьмем, да? В центре России расположено. Что касается питания, плотность населенных пунктов там гигантская, да, то есть зашел там любую, ну, я не говорю, что там как оккупант какой-то яйком лепит, да? Но, по крайней мере, можно с собой в рюкзаке таскать элементарный минимум, который хватит до приобретения в следующем, скажем так, из своих этих. А у нас территория, извиняюсь, вот пресловутые 6 франц. И десантника, если Владимира Сергеевича закидывают где-нибудь там Эльдикане, а вытаскивают... В Мирном. В Мирном, да? Это проезд больше 1000 километров, даже 2000 километров. Вот где он возьмет питание? Ну... Рюкзак какого размера он должен тащить на себе, чтобы элементарными консервами себя пропитать? Да? Потому что очень больной вопрос вот это вот питание, на самом деле. Ну, этот вопрос практически решен. Фактически решен? Да, и уже. Этот вопрос решен именно республикой нашей. Да. А на федеральном уровне данный вопрос не решен. Не решен. На протяжении 4 лет ставился этот вопрос. Эта же проблема есть и у наших соседей. То есть она не решена на федеральном уровне. А почему вы совокупно не поставите это? Почему этот вопрос стоит 4 года? Даже давались поручения от заместителя председателя правительства Российской Федерации. Уже 3 заместителя поменялись, курирующие, которые курировали данную отрасль, лесную отрасль. Вопрос все там же. Вопрос все там же. И потом тема до сих пор не решена. Но она как-то даже несерьезна. Получалось. В советское время таких вопросов не возникало даже. Вообще не возникало. Ну, конечно. Владимир Сергеевич, вы упомянули, Илюстан Иванович, вот сводный план, да? Я так понимаю, модели всяких вот этих действий, которые, они еще раз просчитываются на территориях с куда большей плотностью населенных пунктов, с куда большими, лучшими дорогами. Нет. А у нас тут вообще нету дорог. Смотрите, если что. Здесь проблема сводного плана в том, что он формируется по региону. Вот возьмем, допустим, Московскую область. Пусть будет Московская, пусть Тверская, без разницы. Вот они сформировали, условно, у них в запасе имеется там 20 или там 40 тракторов, там 500 человек, которых можно привлечь по сводному плану. Но они могут за 2 часа с одного угла своей области до другого доехать. За 2 часа, за 3 часа на машине. У нас же происходит сводный план по территории, скажем, республики. К примеру, там 3000 человек по сводному плану, которых мы можем привлечь. Но у нас из-за того, что полностью практически отсутствует инфраструктура, даже в некоторых муниципальных образованиях, мы с одного поселка в другой не можем переехать. Там только зимние дороги. Это видит только статистику, что вот по республике должно быть там 200 тракторов и 3000 человек. Это равносильно, что мы с Саймикона должны привезти в Ханхаласский улус. Как это будет выглядеть на практике? Трактор привезти оттуда сюда. Это невозможно будет сделать. Когда привезем, уже сезон закончится. И также людей, чтобы привезти. Поэтому, естественно, что сводный план, который у нас, даже порой, я говорю еще раз, внутри муниципального образования не можем его исполнить, потому что невозможно маневрировать. И наши работники, они маневрируют, но нам проще. Команда пошла, и он, я еще раз говорю, там Сусьма или там Самги вылетает, а оказывается там уже в другой стороне республики. Вот в Верхоянне оказались. Опять же, реклама прерывает наше умозаключение. Сразу после мы вернемся в заключительную часть. Опять мы возвращаемся к теме лесных пожаров. Дело в том, что те мероприятия, вот во время рекламных пауз мы тоже говорим, те мероприятия, которые республика приложила в конце прошлого, начале этого года, они уже возымели эффект.
Техника, приобретенная на то дополнительное финансирование, она уже находится на переднем крае борьбы с огнем. И не надо ждать там в следующем году вот этого замеет эффект и так далее, и так далее. Опять же, вот этот элементарный вопрос с питанием, который решился уже фактически, да, он уже действует. И вопросов о том, что как бы все, а пусть себе горит там, а мы понаблюдаем, поскольку это не наша территория охраняемая, она находится где-то там в Верхоянии, об этом речи нет. И Владимир Сергеевич правильно говорит, не дадут его десантники никакому поселению сгореть. Абсолютно верно. Согласен? Абсолютно верно. Никакое поселение не сгорит. И при любом раскладе, какая бы ни была тяжелая ситуация на территории республики, мы все равно сделаем все, чтобы не допустить перехода огня на объект экономики или там какое-то поселение. В других субъектах практика имеется в этом направлении. Да? То есть были негативные случаи, когда страдали целые поселки. Вы это знаете. Поэтому здесь все равно... Мы работаем в совокупности, не то, что мы одни здесь, авиасохрана или там Якутлесельсоюз. Нет, здесь работает комплекс. Это МЧС, это поселения местные, это муниципальное образование, правительство республики, комитет безопасности жизнедеятельности. То есть только комплексные мероприятия решают все проблемы. Если у нас нет возможности вылететь, на тех арендованных самолетах, которые приносят лесных пожаров, значит, вылетает самолеты МЧС, которые предназначены для защиты населенных пунктов. То есть совокупные мероприятия, которые мы проводим, они дают вот этот эффект. Да, может быть, кому-то кажется, что он недостаточен, но в целом работа огромная проведена. Вот я хотел еще обратить внимание, мы на протяжении нескольких лет не имели возможности получить финансирование для проведения воздушных тренировок. То есть был мизер. Федеральные структуры дают только деньги на тушение и мониторинг, а людей же надо подготавливать, а подготовка это тоже определенных затрат требует. Вот в этом году мы подготовили 30 парашютистов пожарных, первоначальную подготовку провели. И все эти 30 человек, они уже потушили по несколько пожаров, то есть они совершали производственные прыжки, и эти пожары были потушены в день обнаружения, либо на следующий день. То есть экономический эффект, я не могу его сейчас нарисовать в каких цифрах, но представьте, что любой пожар, который потушенный в сутки, и ликвидированы сутки, допустим, 6 парашютистов при обнаружении высадились с самолета, потушили, потом на следующий день мы их вывезли. Любой из этих пожаров мог стать крупным, мог стать затратным, мог принести многомиллионные, десяткомиллионные затраты. Но этого мы не допустили. Но силы все-таки наши, они имеют определенный ресурс, мы не можем безостановочно что-то тушить, да. Но вот уже прошло практически 3 вспышки лесных пожаров. 3 вспышки. То есть это весной у нас местные жители помогают немного нам статистику, потому что грозы нет. Потом идет грозовая активность, которая начинается уже вот в этом году, в конце мая она началась. Июнь месяц, июль месяц. Вот эти 3 вспышки мы прошли. Еще, я думаю, будет ожидаться вспышка лесных пожаров в августе, потому что начинается охота, ягодники, грибники, рыбалка. Здесь еще будут проблемы от жителей. Но, тем не менее, эффект есть. Численность, даже та численность, которую мы еще не увеличили, но уже мы часть сотрудников перевели в более активные силы, уже она получила эффект. У нас группа укомплектована. На следующий год, Джуз Тарнович сказал, планируется увеличение на 50 человек. Значит, дополнительно появится еще 50 парашютистов пожаров. Значит, мы еще более активнее будем тушить пожары именно в зачатии, при обнаружении. Да, средств не хватает, федеральных средств не хватает. Вопрос этот решается. Я думаю, вот все-таки он должен быть переломлен. И чем больше затраты идут на авиационный мониторинг, тем меньше будет затрат на тушение. Здесь нужно понимать, быстрее обнаружил, быстрее потушил. А если мы не можем вылететь для обнаружения, естественно, мы обнаружим пожар на больших площадях, и уже на этот пожар нужно вести всю авиасохрану. Есть пожар, на который 300-400 человек работает. То есть практически наша вся численность должна работать на одном пожаре. Да. Вы хотели добавить по взаимодействию с другими структурами? Да, по взаимодействию именно с муниципальным образованием. Основная у нас как бы тематика в этом направлении уже пошла, да? Вот с 2011 года у нас практика имеется, мы вот совместно с коллегами выезжаем на выездные совещания, каждый населенный пункт, каждое муниципальное образование, где общаемся со всеми главами муниципальных образований. Это очень хорошая практика, она показала себя, да. И
договариваемся о том, что вот каждое муниципальное образование как минимум должно быть по 25, по 20 ранцевых огнетушителей, там бензопилы должны быть, там мотопомпы должны быть, да, и так далее, и так далее. И в принципе, ну, вот в течение вот этого всего времени мы видим, что муниципальное образование потихонечку эту работу проводят, да. Дальние именно вот те муниципальные образования, которые, ну, на периферии находятся, да, и имея вот эти оборудования и технику, они могут, ну, спокойно своими силами уже тушить лесные пожары. Вот эту работу, я сказал, необходимо продолжить ежегодно, да, и, ну, новые главы появляются в муниципальных образованиях поселений. И вот взаимодействием, ежегодно их обучаем, можно сказать так даже, да, в этом плане. И через год вот они уже понимают, как уже приступили к должности, что необходимо в этом направлении тоже работать. Тут вопрос выбора тоже стоит. Дело в том, что муниципальный это у нас выбор продолжается. И населению, кроме тех моментов, которые, ну, всем выборам присущи, нужно учитывать еще один момент. Как избранный нами человек, который окажется на руководящем посту, будет реагировать в тех ситуациях, когда нужно будет реагировать очень волевым, очень решительным способом. Вот этот аспект тоже не надо забывать, он всегда стоит. Да. Кто будет во главе поселения, кто будет во главе муниципального образования, каковы его характеристики, волевые качества. От этого тоже очень много зависит. Если там будет сидеть, извиняюсь, мямля какой-нибудь, да, который будет, как в случае с не будем называть этот муниципалитет, а по 6 дней решал вопрос выделения там техники, или там он поймет ответственность, руководитель, прежде всего, за своих жителей, за свои территории, за свою экономику. Не будет сенокосугодий, не будет удоев нормально. Понимать же это надо. Абсолютно верно. Это от глав поселения очень много зависит. Мы иногда вынуждены технику завозить, ну, например, вот Вилюйская группа районов, да, вот Смирного, Сунтару, Нюрбу, или чуть дальше даже, может быть, да. То есть маневрирование очень сильно идет. На сегодняшний день у меня вот в южной части группы районов большинство людей работают здесь, да, вот в центральной части. Это Усалданский район, очень много людей перебазировано вот Сунтару, Нюрбу, где у нас больше всего сейчас пожаров. Вот сказали, 30 человек у меня в Вилюйском районе работает. Но это не с одного, как бы, скажем так, подразделения филиала, да, а там сборные, там с какого-то филиала 2 человека, с какого-то филиала 3 человека. Вот мы их потихонечку собираем, якутские, и вот командируем. Поэтому вот такие ребята, как манчары, они очень много решают. То есть бывают те ребята, которые один год работают, уже ежегодно приходят нам на сезонные виды работ такие вот, да. Вот. И набирается опыта, потом уже мы их набираем уже на постоянную основу. Поэтому эта работа постоянно ведется, она непрерывна. И мне кажется, вот именно сезонных работников постепенно мы должны переводить на постоянную основу. То есть это очень ответственная, очень сложная, скажем так, опасный вид работ. Да? Просто для жизни опасно. Да, конечно. Я согласен с тем, что качество исполняемых работ, качество компетенции, да, оно должно расти ежегодно. И еще раз, очень отрадно, что вот вы сообщили, что у вас не 160 десантников будет, да, не 150 десантников, а 200 с лишним, да, что у вас увеличится количество людей, что закупается техника, которая уже, еще раз говорю, работает на переднем крае. А то просто я прошлые годы и так далее, когда вы приводили цифры, да, и хватались просто за голову, я, ну, думал, ну, не завидую я вот тем руководителям, которые вот на такие. Но не должно быть ошибочным мнение. Вот они отработали там июнь, июль, август на пожарах, да, ну покидало их там по республике, да, а потом-то они сушат ласту. Нет такого, идет же постоянные тренировки, постоянная подготовка и наращивание, ну потому что природа такова, природа вещей такова. Гореть лес будет всегда. От этих людей зависит, как цивилизация, как мы, люди, как поселение будут
противостоять вот этому явлению, сезонному, опасному, я согласен, и во многом вредному, ну, в смысле, с экологической точки зрения, с экономической точки зрения, наносящим нам же ущерб. И все те вещи, которые, Верхоянск, вот где Владимир Алексеевич был, да, Сунтар, который упоминается очень много, да, горит, но еще раз говорю, те усилия, которые прилагаются в этом направлении, они не проходят даром. Верхоянск, вы говорите, ну, фактически через неделю ситуация будет преломлена в конец. Там только одно поселение. В Сунтарах тоже идет постоянная работа. Нет такого, что вот все забыли, давайте мы впустимся все на эсэхи и так далее, а все остальное пускай горит синим пламенем. Нет такого. Есть специалисты, есть определенные службы, которые занимаются этим делом. И в силах каждого из нас, особенно руководителей, помочь этим подразделениям, помочь этим службам, помочь всем нам. Останутся леса или не останутся? Ну, а то, что горит, ну, там миллион выгорело, но горит-то вот эта кромка. 1025, как говорят специалисты. И не надо тут тоже, скажем так, уши развешивать на очень многую лапшу, которая со всех, с многих СМИ, так называемых, идет, которые все, Сибирь, выгорело все. Колчак там проходил, было лучше. Давайте отделять зерна от плевел, правду от вымысла, и настоящую работу от тех домыслов, которым пестрит 20. Спасибо, до свидания. О, все, успели? А когда мы посмотрим?